В этом году в региональном этапе Олимпиады участвовали почти 1000 учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Мурманской области, в том числе 52 обучающихся школ Кандалакшского района. И впервые за многие годы наши школьники так успешно выступили – 2 победителя и 7 призеров. Сегодня для них был устроен торжественный прием. Здесь ребята не только услышали в свой адрес много приятных и напутственных слов, но и сами смогли рассказать о себе, своем участии в главном интеллектуальном состязании среди учащихся и любимых предметах. Я осознала, что английский сейчас везде, то есть русского недостаточно, чтобы понять аспекты жизни самой. И он везде используется, поэтому, чтобы лучше понимать мир вокруг меня. История была сначала как увлечение, затем я стал полгода уже занимаюсь как профессионально, можно сказать. Ну а так просто запоминается, откладывается в голове. Интересно. Искусство, ну это интересно. Она включает же себя не только, то есть, допустим, литературу, она включает в себя живопись, ну, музыку, куда я тоже очень хожу, и мне очень нравится. Своим успехом ребята обязаны также тем, кто был с ними рядом, помогал и направлял, своим родителям и учителям. Для них на встрече были подготовлены специальные подарки. Сами школьники также не ушли с пустыми руками. Но самое главное, что они получили сегодня, это признание, высшая награда за свой труд в учебе. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.